В Калмыкии состоялся крупнейший в республике фольклорно-этнографический праздник – фестиваль тюльпанов. На территории Костоянки Шата Целинного района, который находится в 22 километрах от Элисты, раскинулся этнографический хатон. Торжественная часть началась с театрализованного пролога. С приветственным словом выступил глава республики Бату Хасиков. Он отметил, что фестиваль тюльпанов – это праздник национального единения и народной культуры. Мы будем делать все для того, чтобы каждый год, каждый клочок нашей республики становился краше, становился любимее всеми нами. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто участвует и содействует в проведении этого праздника, фестиваля. Это большой труд, возможно, где-то в ограниченных условиях, но тем не менее мы это делаем. Мы делаем это вместе. Основной наш посыл ко всем вам и к этому празднику – это сбережение нашей красоты. Давайте будем беречь цветы, беречь эти краснокнижные тюльпаны и беречь нашу природу. На площадке фестиваля традиционно был развернут этнографический хатон, в создании которого приняли участие все районы Калмыкии. В этом году организованы новые зоны, в том числе молодежная площадка «Тагинфест». Вниманию гостей мероприятия был представлен концерт творческих коллективов, а также инсценированные битвы клубов исторической реконструкции, традиционный вид спорта, борьба на поясах. Гости фестиваля могли попробовать себя в стрельбе из лука, прогуляться на лошадях и на верблюдах. Прекрасное место и красивая организация. Все очень здорово. Мы только вот, ну, честно говоря, только приехали, но уже все показано, насколько все богатство Калмыкии и Листы. Очень все красиво у вас. Спасибо вам большое. Мы очень впечатлены вообще историей Калмыкии. Некоторые факты истории мы не знали. Вот, и поэтому богатство культуры нас воодушевляет на то, чтобы приехать сюда еще раз. Напомню, ранее по поручению главы Калмыкии была разработана экологическая повестка. По всей республике установили стенды с информацией о правилах поведения на тюльпановых полях. В этом году проводится экологическое патрулирование в течение 2 недель. Ежедневно в местах массового цветения тюльпанов посменно патрулируя 54 государственных инспектора, информируя население об угрозе исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу, и административную ответственность за срыв тюльпанов. Также активное участие в экологическом движении приняли волонтеры. Более 100 добровольцев информировали о правилах поведения в степной зоне, а во время проведения мероприятия следили за чистотой территории и по завершению помогли в уборке.